Ну, во-первых, расскажи про свои эмоции от победы в Кубке России. Да уже остыли как-то, уже настроились, вот приехали в сборную, настроились на здешние игры. Ну, конечно же, всегда приятно выигрывать какие-то трофеи, особенно кубок. Мы всегда к нему очень серьезно относимся, поэтому, я думаю, у нас получается как-то очень часто его брать. Эмоции, как всегда, ну, конечно, в этот раз уже третий кубок, в этот раз уже поспокойнее как-то было, но все равно внутри бурлило все. Что с братом, расскажи. Да небольшое повреждение получил, но вроде вот пропускал последнюю игру чемпионата. Сейчас вроде делает процедуры какие-то, занимается. Ну, сейчас приедет, вроде все нормально, будет готовиться. Игры будут с Кипром, Сан-Марино. Как тяжело настраиваться на таких соперников? Да мы все прекрасно знаем, что, блин, слабых сборных не бывает. Поэтому сейчас непосредственно уже приехали, будем готовиться к играм, разбирать тактически, свою игру какую-то налаживать. Поэтому будем настраиваться серьезно, и надо брать 6 очков.